15 августа в Дагестане был объявлен днем траура из-за случившего ЧП на АЗС, которое унесло жизни более 30 человек. На сегодняшний день весь дагестанский народ стал одним целым оказывать всевозможную поддержку семьям пострадавших и погибших при взрыве. Эта трагедия откликнулась не только в сердцах дагестанцев, но и всех россиян, а также граждан зарубежья. Слова поддержки и соболезнования приходят из Чечни, Калининграда, Ямала, Адыгеи, Башкирии, Ставрополя, Волгограда, Кубани, Дона и многих других субъектов страны. Стоит подчеркнуть, что поддержали Дагестан не только словами, но и действиями. Так, ночью 14 августа после первых сообщений о катастрофе из Грозного в Махачкалу отправились машины с бригадой врачей. Ставропольские санатории и больницы заявили о готовности принять пострадавших и оказать помощь. В стороне не осталась и Республика Башкортостан, которая сообщила, что готова принять семьи пострадавших и оказать им любую помощь. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил департаменту по предупреждению и ликвидации ЧС региона связаться с коллегами из Дагестана, чтобы отправить туда необходимую помощь и материалы. Кроме того, во многих республиках прошли митинги в память о погибших в этой ужасной катастрофе. Акция «Свеча памяти» состоялась на площади перед Североосетинским государственным академическим театром имени Тахапсаева в Владикавказе. Сегодня в Республике Дагестан день траурный, и этот траур не только для жителей Дагестана, народов Дагестана, но и для всего Северного Кавказа, для всей нашей страны и, конечно же, для нашей республики Северная Осетия, Алания. Дело в том, что нашу Осетию с Дагестаном связывают очень теплые братские отношения. Также в мероприятии принял участие муфтий Осетии Хаджимурат Гацалов и комитет матери Беслана в лице Анет Гадиевой. Они выразили слова поддержки нашим землякам и соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с Дагестаном. Абурхан сказал, что нас связывают очень большие связи, очень старые, давнишние. Мы 12 лет назад организовали эстафету мира и братства. Амурхан был еще школьником и начали эту нашу эстафету. На площади Госуниверситета Кабардино-Балкарии собрались студенты и преподаватели вузов, общественники и многие другие. Они почтили память погибших минутой молчания. В завершение акции возложили цветы и зажгли поминальные свечи. У баннера «Махачкала скорбим вместе с вами». На данный момент в больницах республики остаются 46 пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи. Всем семьям погибших и пострадавшим оказывается материальная и психологическая помощь. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что лечение раненых находится на его личном контроле. В медучреждениях имеется необходимое количество коек для лечения и все нужные медикаменты.